перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Вообще отлично. Привет, привет. Еще привет, всем привет. Гока мне в лейбл. Да, погнали, братан, на лейбл. Привет, Гэндальф. Да, смешно. Стрим домофона. Точняк. Здорово, чуваки. Сколько у вас там? 20. Маккофе, когда фит? Маккофе, когда фит? Там в любой момент, братан. Смотри. Ну? В какой бар едете? Я просто договорилась встретиться, но сейчас еще свободен. Это кто? Майс. А, ну ответим что написать? Ибо это пиксель. А подожди, плохое качество, чувак? А, ну, сейчас. Скажи, едем в бар, пишите свои предложения, кто хочет присоединиться. Чувак, стало качество лучше или нет? На, помахаю тебе. Если что, мы можем поехать. У нас А качество, качество лучше стало или нет? Накрасят. С тёлками фиты пишешь? Конечно, со всеми пишу. Со мной пишет. И со мной. Я вообще-то певица. Ты певица? Угу. Это ёлка. А я не уж. Короче, пишите свои предложения в директ. Мы хотим поехать на бар. Ты что, думаешь о Джубе? Джуб очень крутой чувак. Мне нравится. Ну, Джуб, скажи. Так, ладно. А кто в Киеве? Тут есть кто-то с Киева? А ну. Кто с Киева? Норм, качество норм. Ну все, окей. Стало лучше, слава богу, окей. Кто из Киева, мы хотим поехать тусить. Передай привет, иначе качество будет хуйня. Лене Жуковой привет. Лене Жуковой привет, блядь. А, это Емелевская пишет. Это такая рэперша. Нет, это не Емелевская. Как относишься к Забе? Забе, люблю Забе. Он меня вписал к себе домой как-то. Я видел легендарную собаку. Как ее? Денира. Зараза вышел альбом. Я не знаю. Эльмира Т. Да, я Эльмира Т. Только они там находятся. Блин, Маков, передай просто, привет. Подскочит. Он не заедет. Бови, нет. Пошел нахуй. Зиби всех там. Как относишься к рэперу Свят? А куда он? Свят пропал. Где он? Его нету. Раньше было прикольно, когда там лет... Ну, когда, короче, Индобаттл был. Кто в Киеве? Кто в Киеве? Напишите, пожалуйста. Хламуля. Так, сейчас напишу, кто... Блядь, а ладно, нет, не хочу оставлять комментарий. Кто в Киеве, чуваки? Пусть проветрится, потому что мама домой едет, и, блядь, кальяном воняет просто... Такие скучные. Ну, тут... Нет, никого в Киеве. Пойдешь на концерт Окса? А почему ты вопрос про Хаски проигнорировал? А я не увидел, какой вопрос про Хаски? Пойдешь на концерт Окса? Нет, не пойду. Какой любимый трек Мирона? Там, где нас нет. Ну, хороший. Там много. Мне очень много у него треков нравится. С кем бы хотел побатлиться за пределами ФБ? Не знаю. Я пока не думал об этом. Как относишься к Мияге? Периодически, слушай. Нет, я оставил на подоконнике. Как относишься к Мияге? К Мияге, да, отвечал. Следующий батл против кого, сказать не могу. Помахать, помахаю. Чат листать можно, да. Ну, напиши еще раз. Если я что-то пропустил, напиши еще раз. Потом. Чем Майс ответил? Что может подскочить. Я такая думаю, блядь, он что, нас не заберет? Скучный движ эти трансляции просто. Вырубай, никто с Киева нет, поэтому некого найти его просить. С кем дружишь из ФБ? Со всеми. Да, в кроме Бови. Бар, Бохимик. Как относишься к Сидоджи? Я с ним не знаком, но музыка клёвая. Кто хочет увидеть Джона в жизни, все подкатываем. Ребята, надо сливаться. Когда ты уже на родину приедешь, ё-моё. Надо сливаться, потому что сейчас мамка приедет. Давайте сейчас на крафе. В Донецке буду не скоро. Слушал СП, да. Чувак пишет, я с Киева. Фиг знает, какой чувак. Если ты за нами не стоишь, то мы с тобой пойдем. Привет,
О, Наташа, здорово. Пьяные женщины. Пьяные женщины, много пьяных. Я могу посоветовать этот сладкий фильм. Дай-ка мне тоже кальян закурить. Да. А что там еще у вас? Заебали эти курицы там, блядь, в натуре. Таня, привет! Так. Что? А, вот внимание. Посмотрите, здравствуйте, как там? Айза рэпер, по-твоему. Айза? Майлз, салют, Майлз. Айза, нет. Дом в конце улицы? Айза, нет. Но слушай, у Айзы клевый твиттер. Я люблю Айзен твиттер. И нас победит на ФБ. Возможно, есть шансы. Да. Вообще тревожный вызов очень крутой, да? Смотрела. Джон, как ты думаешь, сколько... Ага. Ну, вот дом в конце улицы и игра на выживание. Ну, братан, это сложный вопрос. Красная шапочка, видела? Вокруг жизни, да. Госсовместный. Давай, Майлз, кидай приглашение, это кидай. Майлз. Пойдем в комнату. Да, да, да. О, дислокация. Так. Все, перемещаемся. О, где этот Айкос? Майлз, ты знаешь, что я себе Айкос взял? Майлз. Смотри, я как Смоки Мо в 2004. Я как Смоки Мо в 2004. Так, кто, по-твоему, главный соперник на ФБ? Хам. Влад Пем. Стиральный порошок. Стиральный порошок. Чем там Брол стирал? Вот чем Брол стирает. Еп. Я какое крутое кресло. Лучшее кресло. Yeah. Я кинул, принимай, бро, сейчас. Никакой триллер. Добавить. Триллер? Семь сестер. Ой, это же Витя Боря, ебать. Не серьезно, это домашний. Ебать, здорово. Здорово. А кто там сидит? Майлз, Майлз, кто с тобой? Иван, помнишь, Иван? Мы с тобой хуячили усы Боярского, да. Да, в натуре. Ты мне, блядь, с этим, как это называется? Табаско. Табаско, да. Это ебейшее было дело, да. Чё, как вас там? Так, ну, чё у нас? Мы пьём. А вы... Второй день, да? Второй день подряд. Мы straight edge. Мы straight edge, мы вообще не пьём. Майя, знаешь, этот, сейчас прикрепим, блядь, ссылку в описании. Пусть донаты кидают, да? Нет. Ну, типа, если ты хочешь, можешь, в принципе, я как бы... Нет, Майлз, ты шутишь? Это шутка была. Смотри, Майлз, Айкос, я твой мент. Да. Не, братишка, это... Ну, я не как Смоки Мо, я его курю просто так, братан, просто вот так. Я понял. Ты просто это куришь, да? Да. А ну, сейчас мы... Есть кальян, у них тоже есть кальян. У нас есть... У меня есть твой ментор тоже. А ну, кто это? Если это не Оксимирон, то я не хочу его знать. Мы тоже могли быть его ментором. Меня чуть не подстригли. Миллиары. У меня есть твой ментор. Так, а ну стой, давай прочитай, что там пишут чуваки. Видим обнимку. Это же голубь, да? Майлз, Майлз, как у тебя дела, блядь? Рассказывай, где... Виталик, расскажи, Майлз, где новые треки? Новые треки будут скоро. Удачное сейчас сотрудничество, возможно, образуется. И у меня все будет, так сказать, пучком долгое время. Окей, ты... У тебя... Ты где пишешься? Я пишусь у Смоки на студии. Ну, в смысле... Ну, вот, да, получается так. Я понимаю, у вас это проблематично, возможно, но... Бля, у нас это вообще пиздец. Ну, типа, 1703 Records, нет? Да. Надо сюда занести вещи. Я могу найти студию в Киеве какую-то нормальную. Так, я снял, прости, я немножко это... Выбиваюсь из дресс-кода, так скажем.
Да, братан, очки где твои? Подожди, Майлз. Я снял их только что. В принципе, не трудно их обратно надеть. Нет, трудно. Майлз, они не думают, что нас мало людей смотрят. А ну, когда начнешь нормально рифмовать? Мне пишет Майлз, когда я начну нормально рифмовать? Когда, Майлз? Вы не выкупаете, короче. Нет, надо просто начать выкупать. Как только начинаешь выкупать, все становится круто. И ты такой, типа, вау, классно рифмуешь. Вот смотри, а, как этого, Big Baby Tape, да? Да. Рифмует бу, ебу. Да, это, типа, это стиль, шаришь? Это стиль. Да-да. Вот. А заруба, залупа им не нравится, ты понимаешь, Майлз? Заруба, залупа не нравится, а вот бу, ебу. Меня зовут вниз, то есть как бы пить. Да, меня зовут пить. Майлз, давай вместе выпьем. Дай мне стакан, дай мне стакан. Майлз, мы вместе выпьем. Я смотри, мы все выпьем втроем, братан. Бери стакан, подожди, бери стакан. Сейчас, секунду, один момент. Майлз, я из Турк, но я пью с тобой. Может, через ночь? Сейчас, стоп. Сейчас, подожди, он берет. Сейчас я вам стакан, пацаны. Давай, бери. Блять, неудобно снимать. Первый раз снимаю трансляцию, мне супер сложно. Вы все, налейте всем пиво. Сейчас, один момент, пацаны. Сейчас, чуваки, там отвечу. Сейчас усы Боярского будет. Да. Здорово, да, здорово, чуваки. Здорово, блядь. Отвечу. Ну, я тебе хочу завтраку. Мне не нужно. Да, я не могу принять. Я Майлз, я иду. Майлз, можешь меня разобраться? Я пытаюсь тебя услышать, никого не слышал. Майлз, ты как всегда, блядь, шепчешь. А? Ты тихо говоришь, как обычно. Блядь, заебал. Короче, давайте громко чокнемся. Смотрите, как читаете. Я отъеду. Майлз, Майлз, короче, давай бахнем, Майлз. Да. Давай, мы. Давай, Лера, давай. Йоу, йоу. Стоял. Давай, чуваки. Блядь, не залейте, по-братски. Все, давай. Я сниму тебя. Давай, бро. Все, салют. Давай. Салют.